делаем прыжочки на двух ногах. Четвертое задание – минуту двойные. И пятое задание – просто бежим скакалку. Я буду говорить, чтобы вы запомнили. Вы вообще в тенечек вас поставили, чтобы вам было не жарко. Поехали, Лизина, а можно вы шаг туда двинетесь? Тут нет. Налево. Лера, подвиньте чуть-чуть, подвиньте. Просто один шаг. Девочки, вы сейчас будете двигаться об эту самую. Вы попробуйте как крутить скакалку. Завтра, кто придет без головных уборов, я не пущу на тренировку. Имейте в виду. Я правильно, Даша, молодец. Пантелеева. Я не буду за вами крутить, не плевать. Вот вы делаете и делаете. У вас время ваше пошло. Вы не хотите работать, не приходите туда. Минуту. Которую я делала очень важно. Да блин. Сама себя завязала. Да что такое? Я не могу походить. Я уже запуталась, что я делаю. На ногах прыгаем. Быстрее, на двух ногах. Просто прыжки. Даша, давай. А ты руки выпрями, будет нормально. Вот так вот. А если руки согнуты, то она будет маленькая. И руки не расставляй, вот здесь руки. Будет какая-то нормальная. На двух ногах прыгаем. Через зад 25 раз. Все понятно? Вперед. Каждый считает самостоятельно. Спасибо, дочка. Девочки, переводим. Хватит разговаривать. Кому легко переводить, берите уже скакалку. Я еще раз объясняю. Чем лучше скакалка, сейчас возьмете 8 раз и будете переводить. Назад прыгаем с ноги на ногу, пошли. Другого не дано. Я не собираюсь никого уговаривать здесь. Прыгаем. Двойные. Я сказала, двойные прыгаем. Все будет простые. Двойные учимся назад. То же самое, что вперед, то назад. Стоим. Алена, ой, что там? Горбатая. Это ты что провалилась? Что провалилась, живот?
Опустили. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вы отжиматься не хотите? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, ставим планки. Планки стали все! Раз, два, три, четыре. Раз, два. Лукины. И раз. Там выборы. Раз, два, четыре, четыре, два, три, четыре. Даша, еще 15 секунд осталось. Да терпи, зубы цепи, терпи. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Раз, два, три, Алексеенко. Четыре. Встали.